и что я хочу сказать. Воля очень сильно меняется. И сегодняшний день мы хотим показать немного результата нашей работы. И один из наших тем – это чувствовать, пожалуйста, эту разницу, потому что это реальная работа, которую мы делаем. В этом году и мы продолжаем следующий год. Наш первый приоритет – это качество нашего обслуживания. Абсолютно номер один для меня и для нашей команды. Приоритет. Поэтому мы внедрили немного проекта. Один из результатов этого проекта мы показываем сегодня – это барометр. Барометр, который показывает, как довольны клиент, как оценивает клиент обслуживание Воля с каждым контактом, который мы делаем между Воля и клиентом. Клиент пришел или позвонил, он получил какое-то впечатление от этого. После того, как закончилось наше событие, мы перезваниваем клиенту, автоматическая система AVR, и задаем ему несколько вопросов. Вопросы для разных точек контакта разные, потому что где-то он пришел, где-то позвонил, а где-то мастер пришел к клиенту. Но мы оцениваем пунктуальность, если мы обещали клиенту сделать это в определенное время, насколько он удовлетворен, тем вовремя ли мы пришли. Мы оцениваем решение его проблемы, вопроса с первого раза, да или нет. Мы просим его оценить качество обслуживания, есть полнота ответа, вежливость, компетентность, доброжелательность, в зависимости от того, о каком событии мы с клиентом говорим. В основном оценки от 1 до 10, и только на вопрос, устранили ли вашу проблему или решили ли вашу задачу с первого раза, мы просим ответить да или нет, то есть 1 или 9. И самый главный вопрос, по которому, собственно, мы и определяем вот это самое настроение клиента и удовлетворенность, это общий вопрос, насколько вы удовлетворены в целом. Мы начали работу над этим не сегодня, мы начали ее несколько месяцев назад, мы провели очень серьезный аудит всего того, что происходит, всех бизнес-процессов обслуживания, сделали сравнение с европейскими операторами, похожими на нас, ну, в основном телевизионными операторами, потому что мы самый большой телевизионный оператор. Определили, где у нас чего не достает, разработали программу проектов и пошли по ней. Я считаю, сейчас это абсолютно необходимо работать очень сильно на это первое часть обслуживания клиента. Как лучше? Сейчас никто не может сказать, ЖЭК, Киевэнерго или Воля – это организации, которые люди не любят, потому что там есть, что люди думают об этой организации. Есть имидж, репутация, которая нехорошо. Мой цель – радикально поменять этот подход. Радикально меняется ситуация сегодня, вчера, можно сказать даже. Елена, извини, вчера и сильно работать на будущее. И это требует времени, я это понимаю. Поэтому это большой проект, это тоже не сколько недель, но не сколько месяцев. Даже кварталы мы будем работать до следующего года и до вакансии следующего года, чтобы реально поменять этот подход. И мы используем это как инструмент. Это не реклама, это просто реальный инструмент, который мы используем. Потому что цифра 763 – это просто самая верхняя часть этой пирамиды. Мы можем смотреть на города, мы можем смотреть на консультанта, мы можем смотреть на, ну, какой консультант колл-центр отвечал этот вопрос, какой мастер, какой партнер работает. И у нас есть инструмент потом сказать, окей, как мы можем делать, чтобы увеличить качество.